Настало время открыть коробку. Ну, интересно, что же там? Всем привет! Вы на канале Изобретатик. И сегодня мы будем снимать квест Деда Мороза. Как вы помните, в прошлой серии я вам обещал открыть новогодний мегаящик. И сегодня мы узнаем, что там. Так, первый предмет. Какие-то шарики. Видимо, для елки. Нет, ты пока ставь, не раскрывай все. А то знаю я тебя. Сейчас всю интригу портишь. Опять дубликат. А ты их случайно не сильно завязал? Вот такая вот шерсть, гирлянда. Подожди, ну, вот еще гирлянда красная. Подожди, не открывай. Уже 4 предмета на ящик открыли. Синяя гирлянда. Ну подожди, подожди, что это? Мои шары, не трогай. Смотрите, шарики для елки. Вот, большие шарики для елки золотистые и серебряные. Меч. Походу Экскалибур. Напоминает он чем-то звезду. Но этот мегаящик нам больше не нужен. Новогодние шаманы. Мы исполняем ваши желания. Но исполняем только с условием, если вы подписаны на канал и поставили лайк. Пишите свои ответы в комментариях. И тогда ваше желание обязательно сбудется. Ребята, куда делись шаманы? Я ничего не понимаю. Так. Что-то явно не так. Что это? Стой. Стой. Что это? Феноменально. Телефон. Ай, подожди. Тут какое-то закодированное сообщение. Это знаешь что? Азбука Морзе? Да. И он говорит в этом сообщении, что следующее задание Деда Мороза – подготовить сани. Значит так, Дед Мороз, каждый каприз за наши деньги? Ну все, программисты просто не сдаются. Сейчас я запрограммирую свой джойстик погоды. А если вы не помните, что это за пульт, посмотрите вот этот вот ролик по подсказочке. Сейчас я ему добавлю функцию, чтобы можно было перемещать предметы. И если это не заработает, то я еще запрограммирую второй. Подключаем. Ну все, сейчас мы достанем, Дед Мороз, твои сани из твоей сказочной страны. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Пам! О, привет! Привет! А ты случайно не видел мой пульт? А, на!
мороза. Хорошо. Знаешь как? Берешь и делаешь. Понял? Хорошо. Так, давай сначала я. Видимо, мощности не хватает. Шах и мат Деду Морозу. Мы выполнили твои задания. Мы оделись и готовы идти кататься на санках. Дед Мороз, надеюсь, ты подготовил наш обещанный снег. Я думаю, то, что да. Ну, Дед Мороз, и где обещанный снег? Даю тебе на все про все 3 часа. Да, ну и, конечно, Дед Мороз с Анями удивил нас. Не повезло-то. Слушай, а следующее задание-то? Слепить снеговика? Да. Дед Мороз, ты ничего не хочешь сказать? У нас нет снега. Получается, земли будем лепить снеговика, а больше никак не получается. Ну что, будет земляной снеговик? Ну, землевика мы решили не делать, но если вы хотите, мы можем это сделать в следующей серии. А мы сделали бумажного снеговика. Всем привет! Ребят, мы сегодня сделали вечного снеговика! Зимой и летом одним цветом. Давай посмотрим следующее задание. Нарядить елку. Давай наряжаем. Вот наша елка, и мы будем ее украшать. Ну, Дед Мороз, я подготавлю для тебя елку. А то голая елка вообще не подходит. А ты давай-ка снег нам туда привези. А то Новый год без снега и без елки. Что такое? Вообще не понимаю в жизни. Называйте передачу «Что, где, когда». Оп, тоже подходит. Не-не-не-не, сюда не весь. А куда весь? На свою шапку? Короче, куда хочу, туда и ставлю. Равновесие надо, чтобы было. А я не понял, да. Почему ты 2 шарика тут поставил? Оп. И смотри, сначала надо внизу, снизу, потом повыше. А сюда мы поставим меч Таноса. Ой, ой. Извините, то, что перекрыл ваш... Ой, ничего, заплачу 1 миллион. Ничего страшного, это всего лишь копейки. Еще и нас. Это высоко, высоко, высоко. Иди, хочу там ставлю. Ну, а ты очень низко, низко ставь. Надо аж до потолка ставить. Если елка не высокая, значит, сделай ее высокой. Так. Вот так.
Чёрт, он тебе все сдал, как тебе? А то сам будешь угрожать себе свои волосы, оператор. Тупоровый! Нет! Нет! Экстрим 24, 25 часов в сутки. Ну что, ребята, как вам наша елочка? Ладно, давайте смотреть следующее задание. Надень маску. Ну, Дед Мороз, ты какой-то телепат. Честно говоря, в этой маске я себя чувствую как в средние века. Ну ладно, давайте посмотрим следующий каприз от Деда Мороза. Написать ему письмо. Ну что, ты подготовил письмо? Да, конечно! Покажи. Вот, и вот Дед Мороз и Снегурочка. А что ты там написал? Не письмо, а задание для Деда Мороза. Покажи. Если Дед Мороз что-то сделаешь, я поставлю лайк. А если ты не сделаешь, то я скажу ребятам, то, что ты трусливый человек и боишься выполнять задание. А то я к тебе прилечу и сломаю тебе всю дому. И у тебя будет все в горе. И вот так вот сидеть. Ладно, да, хватит. Давай уже скажи задание. Сделай машину. Я для тебя уже вырезал, чтоб ты не парился. Вот, вот и вот. Сгинать будешь сам без стола. Руками где хочешь. Дед Мороз, держи тебе хлам. И из этой хлама сделай машину. Не сделаешь — поругаю. А ты что сделал? Я тоже делал письмо. Во-первых, я думаю, что Дед Мороз — это обычный двоечник, который, наверное, себе не нашел лучшей работы, как напрягать родителей, чтобы они покупали подарки для своих детей. Дед Мороз, у меня к тебе предложение. Попробуй поработать на новой работе. Например, сейчас вышел киберспорт. Он по твоим мозгам. И не забудь подписаться на наш канал YouTube. Татика. Не пропусти сборник с тобой. Кстати, ребята, я забыл вам сказать, то, что это письмо у меня тут уже живет примерно почтальон Печка. И он должен передать это письмо Деду Морозу. Держи! Хорошо, хорошо, выполни все ваши желания. Потом мы вам отдадим велик. Какое же последнее задание от Деда Мороза? Слушайте, ребята, а я что-то не вижу 31-го задания. Зато вместо него тут какое-то видео. Давайте его посмотрим. Ну, к сожалению, все, ребята. Мой новогодний квест закончился. Самыми активными участниками были создатели канала Изобретатика и их подписчики. Огромное вам спасибо. Но, чтобы вы не расслаблялись, я решил добавить еще задание. И это еще не все. Вам на весь год хватит. Смотрите, как я постарался.